И вот которые пастыри говорят за это, их что? Гонят. Потому что они мешают системе этой воцариться дьяволу. А вот эта глобальная восьмерка, которая сейчас, комитет 300, это все Рокфеллеры, которые всем правят миром, все золото и все их банки, корпорации все в их руках, у этого комитета, в том числе все президенты, все они жиды-масоны, они работают на того, чтобы всех пронумеровать людей. А компьютер-зверь в Люксембурге, который стоит на все мировое сообщество, для чего? Для того, чтобы управлять всем миром и не готовить сейчас к грядущему Машиаху Антихристу вместо Иисуса Христа в Иерусалиме. Что? Место. Место мирового правителя. Я приду, сказал тебе, сказал! Слушайте. Слушайте, слушайте. Слушайте, слушайте. Батюшка, видишь, ад! На меня ад восстал! Своих братьев восстали по Христе, потому что батюшка, видишь, что здесь говорит? Но попробуй ты здесь! Я бы тебя разграла на части! Слушайте, слушайте! Я не могу. Слушайте! Подумайте, это все шутки, нет! Мне жалко народ свой! Не жалко Россию, Россию православную, но не жидомасонскую. Мне жалко народ, который слепо следует этим жидам-масонам, которые вас обманывают, которые вам здесь желают рая на земле. Его не будет. Чего я без всего? Чего я? Чего там? Посмотри, я тебя прыщ. Ты посмотри, что я испытываю, какие я муки. Не молитесь. Не отказывайтесь, я вам не даю. Я вам не верю, не отказывайтесь, не надо. Потом... Не отказывайтесь, видите, что бес говорит вам? Не муки, а там и пройдете. Он говорит, бес, не отказывайтесь, что батюшка говорит. Все берите. Все берите. Есть надо. Пить есть надо. Пить есть надо. Все остальное надо. Но это для ада. Другого ада. Его не существует. Лишь какой премудрый. Его нет. 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 Слушайте, слушайте. Нет ада. Нет. Есть преисподня. Прости. Есть преисподня. А это еще пострашнее. Это еще хлеще ада. Так вот, дорогие мои, братья и сестры, взяв это окаянство, мы отреклись от имени, что прости нас, Господи! Тут грех моей души! Вас лучше, что они говорили! Они даже будут мучить, как и я! Они будут мучить, их будут называть дура, их будут называть матом, их будут пихать, их будут толкать, они будут никому не нужны. Они отбросы общества, что ж ты говоришь? Отбросы общества. Кто мы сейчас есть, кто против стоит этому злу? Бомжи, раскольники, клеветники. А кто идет вместе с миром глобальным, с дьяволом? Те, как это 70 лет назад, когда 40 миллионов сказали... Всем коммунистам этим нет. Не рассказывай за них. Знаете, нет. Их расстреляли, в гулагах гноили. Знаете, брат брата, муж жену. Как и сейчас повторяется все. Слышите? Сейчас все повторяется, то пострашнее. Тогда без кодификации. А сейчас, если примешь это, ад. Ад? Так вот, дорогие мои, о чем надо думать-то? Прости нас, Господи, маловерных, неразумных. Согрешили перед Богом, суе призывали имя Божие, клеветали, возводили хулу, верили во всевосточные календари, гадали, ворожили, ходили по бабкам, по целителям. Прости нас, Господи, помилуй. Согрешили в том, где-то убийство, аборты, предохранение. Прости нас, женщин сейчас нету. 62-е правило.
VI Вселенского собора гласит о том, женщина, одеваясь в мужскую одежду, отлучается от церкви. А мы в церковь заходим в брюках, ходим обнаженные, прости нас, Господи, женщины стригутся, красятся, губная помада. Сделан на убиенных младенцах и брёнах, на абортируем младенцев, это сырье. А вы себе в рот ее и глотаете, едите, что совершаете ритуал сатанинский, как сатанисты на крови, так и вы, на убиенных младенцах. Крашеные, мудрые, красивые, для ада. Прости нас, Господи, помилуй, ходим обнаженные, даем своей наготою прелесть мужчинам, если съедают нашу плоть. Дальше, рак, щитовидка, грудь открытая. Дальше, рак груди, батюшка, внутренности вырит, только идете, рак съедает внутренность. За что? За убиенных младенцев. Прости нас, Господи, все спиды, все венерические болезни, наказание нам за блуд, за развращенность нашего тела. Прости нас, Господи, помилуй. Вся молодежь, от мала до велика, все сблудились, все скурились. Все спились, наркомания. 10 миллионов абортированных детей в нашем православном, считаем мы, государстве. По детоубийству первая страна, по ранкованию первая страна. По смертности первая страна. За что отнимается от нас? За то, что самая богатая страна в то же время нищая. За то, что мы гневим Бога милосердного, как нас дети прогневляют наши, так вот и мы. Давайте покаемся. Если мы это сделаем, Господь простит, помилует нас. Вы видите, заполонили все эти черные, все иностранцы, все заполонили. Москва 10 миллионов, а их 20 миллионов. И везде до Урала дойдут китайцы, Владивосток возьмут японцы, все святые старцы сказали, все сбывается. Что же мы слепы такие, а? Почему это Господь попускает за наш блуд, за нашу пьянку, за наше неверие, несоблюдение постов? Кто мы есть? Язычники. Прости нас, Господи! Да нельзя же нам дальше, неправильно ложите крест. Что за крест кощунство над крестом? Крест, осеняем четкий крест. Смотрите сюда. Сюда и сюда. А не сюда тут изворачиваете. Поймите правильно. Крест четкий должен быть. Правильно ложить крест, осеняет, просвещает тебя. Изгоняет из себя всю нечисть. А неправильный крест на ноже искаженный, это смех дьяволу. Помилуй нас, Господи, прости нас. Сатанисты тоже ножит крест, но в перевернутом его виде. Смеются над крестом. Помилуй нас, Господи, прости нас.